Мечты должны сбываться даже тогда, когда веры в чудо остается мало. Глава Магнитогорска Сергей Берников по традиции принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил просьбу двух сестер, чей папа героически погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. Ежегодно в преддверии Нового года фойе городской администрации становится местом исполнения детских желаний и мечт. По традиции глава Магнитогорска лично вручает ребятам их новогодние подарки. Вот и сегодня Сергей Николаевич принимает двух сестер – Аню и Дашу. Эта младшая Аня мечтала всегда о велосипеде, однако возможность принять участие в акции «Елка желаний» позволила осуществить желание сразу обеих девочек. А вот вопрос – кому какой? Как быть сразу-то мы это сможем, нет? Все, она первая, она младшая. Больше просила у нас младшенькая, она его заказывала еще на день рождения, просила. Но так получилось, что была возможность осуществить ее мечту раньше. И плюс к этому осуществить, помочь и второй дочери сразу. Поэтому они... так, подсуетились, велосипеды обе захотели, и, конечно, мы очень счастливы, что вы сделали нам такой подарок моим девочкам. Я думаю, они с удовольствием будут на них кататься, потому что наша семья очень любит активный образ жизни. Вот только пару месяцев назад семья Беркасовых потеряла главу семейства. Владислав погиб в зоне СВО при исполнении служебного долга. Ветеран МВД был мобилизован, командовал батальоном. Сегодня он герой не только для своей семьи, но и для всего города. И чтобы праздник для девочек не потерял своей актуальности, даже в такой момент поддержка со стороны очень нужна. Приятно, когда... кому ты делаешь добро. И вот девчонки, правда, очень, мне показалось, остались довольными. Вот, подарки ровно те, которые они хотели. И вот, ну, это просто здорово. Но мне показалось еще, что и мама довольна. «Елка желаний» – традиционная благотворительная акция для семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Ребята могут загадать любое желание, и его обязательно исполнят. Мы будем и продолжать впредь помогать, независимо от праздников, решать любые вопросы. Я об этом сказал Ксении, да. Мы будем по всем направлениям работать, поэтому сегодня мы будем стараться как можно больше детишек охватывать вот этими елками желаний, иными какими-то событиями. Еще раз повторюсь, надо быть добрыми по отношению друг к другу. Чем добрее будем, чем больше будем творить добра и помогать друг другу, согласитесь, жить будет лучше. А вот сестрам Ане и Даше Беркасовым теперь нужно дождаться теплых дней, чтобы обкатать свои новенькие велосипеды. Пока же двухколесных коней девочкам доставили прямо домой. Елена Старостина, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.